Всем привет. Меня зовут Алексей Устюгов, я из города Барнаул. Буду рассказывать свою историю про детей. Я раньше стеснялся об этом, потому что проблемы были очень серьезные. А сейчас вот благодаря вот этим людям, которые нас тренируют, дают возможность, прокачка вчера была. И просто надо делиться той информацией, которой мы владеем, теми результатами, да, ведь мы можем помочь другим людям. Это вдохновляет, помогает преодолеть стеснение. Не стесняюсь, а что так. Мне больше 25 лет на момент знакомства с ЛР были очень серьезные проблемы, которые я, в принципе, испробовал все методы, какие были, всех врачей, какие у нас были в округе, там, в крае, в соседнем городе. То есть ничего не помогало, только ухудшение, ухудшение, ухудшение. Испробовал все там, наверное, сетевые компании, которые там продуктом торговали, все народные средства, то есть. Не буду о всех проблемах тебе говорить, перечитать долго, и вы скажете, я выдумаю. Стараюсь что-то такое коротко говорить, что вот мое. И об ЛР узнал я в 17 году, опять же, благодаря вот этому парню крутому. Да, он просто подошел и познакомился, спросил, что ты не улыбаешься? Вот. Ну и сказал, я тебе могу помочь. Честно говоря, в расчет это не взял, всерьез. То есть прошло 4 месяца, пока к нему обратился. Обратился, потому что в декабре я был на соревнованиях, соревнования не смог отлетать, потому что... Голова дикие головные боли уже больше 25 лет. Дождался окончания выходных новогодних, пошел в больницу, нашли опухоль, левая затылочная часть. Конечно, шок был, не знал, что делать, просто пошел в больницу, там лечение назначили, одно, второе, третье, в итоге 3 недели, вышел на работу и опять то же самое, в панике был. Буквально пока лечился, у мамы тоже было обследование. Диагноз тяжелое прединсультное состояние на фоне сахарного диабета, щитовид. То есть врачи мне сказали, отведя маму в сторону отвели, да, что ну, скорее всего будет летальный исход, летом жара, и ну, будет инсульт. И вот у меня был такой настрой, капец. И врачи мне говорили буквально за 2-3 года этого, что ты, ну, скорее всего, это неизлечимо, что ну, сколько там протянешь, не протянешь, вот прямо, ну, открытым текстом, когда было такое. И вот я позвонил, опять этому банку, третий раз показываю, потому что остался контакт с Турцией в 17 году, где я познакомился с ним, да, и то, что я в расчет не брал, уходился просто за ниточку, позвонив ему, это все закрутилось, он связал меня с Айнагуль, с моим спонсором, да, семья вот, Айнагуль, золотые люди, вот, и все это закрутилось. И как результат, вот, ну, просто через 7 месяцев, то есть у меня все анализы, то есть та опухоль, которую мне там определили, которая, ну, меня очень сильно напугала, все нормально, понимаете, вот результат. Я не буду говорить промежуточно, что там было по этапу. Как результат моей мамы, то есть у нее на 80-ке, у нее сейчас отличное состояние, у нее прошел сахар, то есть, ну, сахарный диабет его нет, все в норме, щитовидка в норме. Почти 17 килограмм лишнего веса ушло. У нее холестерин в идеале через 7 месяцев был, представляете? Вот. Давление там со 180-160 постоянно, сейчас 120-120, волнуюсь там. И вот, то есть, вот эти результаты меня ошеломили, конечно же. Естественно, дальнейшее мое движение в ЛР, почему я в ЛР, я начал анализировать, потому что по жизни дотошный, как так, почему я столько денег потратил, дикое количество денег на медицину, чтобы как-то жить дальше. Не то, что хорошо, я просто жить адекватно, мог работать, там, кормить семью. И вот этот результат, да, привел меня к тому, что вернее исследование, как работает продукция. Я был ошеломлен. А что, так можно было, что ли? Как в том анекдоте. Все на самом деле просто, да, то, что нас окружает, природа, она работает на нас. И то, что сила ВЛР, это сила природы. Да, те уникальные свойства, то, что здесь у нас есть в головах у каждого, да. Может, кто-то ими не пользуется, вы просто пользуйтесь. Изучите, если до конца не изучили. Это уникальные вещи, которые могут помочь многим людям. Да, спасти их. Путевка. Я не слышу.